пригласили на день рождения, наша подруга пригласила нас на день рождения своей маленькой дочки и мамы одновременно. И перед днем рождения мы выяснили, что у тайцев есть традиция. Они делают что-нибудь хорошее. Но чаще они идут в храм. Причем в храм не просто, как будто бы у нас ходит в церковь, чтобы что-то попросить, помолиться и попросить, а сделать что-то в качестве благотворительности. Ну, например, принести еды, деньги или что-нибудь в таком духе. Но в этот раз наша подруга решила не идти в храм, а пойти в специальную школу для детей с ограниченными возможностями. Такая есть школа, или как бы называется, может быть, школа, может быть, детский дом, там в переводе, может быть, какие-то неточности, неважно. В общем, мы тоже туда решили присоединиться к этому событию. Утром до дня рождения мы все вместе едем в эту школу и приносим детям.